играть! Я Паранидра играю, проиграл! Это игра! А свои вещи будут вылетать! Так, 2 секунды! Две секунды! Давай! Давай, поехали! Раз! Два! Молодец! Надо менять формат отношений. И тут же маме показать, что мы другие, мы можем по-другому выстраивать отношения. Не будем подтягивать третьих лиц, я не знаю. Покажем именно те отношения, на какие мы способны. Могу, мне так тяжело все. И он меня не слышит, не понимает. Причем есть тоже мама, вот этот. И че к чему? Вот просто реально опять он меня позорит, выставляет мне полное дурак. Я не позорю тебя. Я так ожидала, мы виноваты оба. Потому что это лобно. Ты скажешь... Я вот Олечке призналась, это первая девушка, которой я ей об этом сказал. Я обязательно их помирю. Я хочу в отпуск ее привезти для того. Я хочу на ней жениться. Но не сейчас, ребят. Я люблю эту девушку. Где эти слова? Что я женюсь на ней? Но не сейчас, чуть позже. Не было этих слов? Не было. Что я тебя люблю, не было слов. Что ты нежная, хорошая. Этих вообще слов не было. Ничего не было. Не знаю, ребят, может быть, вам стоит... Какую-то составить, знаешь, как надо делают, берут бумажку, пишут... График, да, как-то? Пишут какие-то свои требования и свои там вопросы, над которыми надо работать, потому что пока, ну вот, как вот две стены. Ты про одно говоришь, я понимаю тебя, я понимаю, что ты хочешь, но у вас разные друг другу требования. Я вот хочу высказаться, что этот человек меня действительно никогда не примет с моим прошлым, просто хочу правду. Кто, мама или Дима? Он. Так Дима тебя ты принял с твоим прошлым? Страх, то, что мама его откажется от него, это я так предполагала, если Крис сказала. Это а не то, так. Что я говорю, что мне Дима сказал. Я предполагала это. Это не так, Оля, это не так. Ребят, самое обидное, вот правда, что вы профукали сегодня ситуацию, которая, по идее, вас должна была сблизить и объединить, и как-то хоть чуть-чуть наладить что-то, прийти, чуть-чуть сблизиться. Еще дальше вы друг от друга отдалились. Да. Просто ты меня всегда идиотом выставляла в наших отношениях. Всегда. С первого дня. Сам, то есть это такая месть? Это не месть, это не месть, ни в коем случае, это не месть. Я не хочу мстить. Она якобы выставляет идиотом тебя, а ты, соответственно, делаешь ей ответочку. Я хочу, пойми, для меня свадьба и какой-то, да, это некий шаг. И когда на меня давят, то есть, понимаешь? Я несчастлива с ним, я не могу. Вот тогда надо просто нам расходиться, потому что, видишь, мы не можем быть вместе, наверное. Ты что заводишься?